Есть? Да, снимаю. Вот это легендарный утес на пикапе внедорожнике. Это одно из самых грозных оружий мобильной войны. На нем можно быстро ворваться на позиции противника и уничтожить врага огнем. И также молниеносно запрыгнуть и скрыться. Также можно с собой достаточно большое количество боекомплектов возить. Вот. Устанавливается элементарный станок утеса, наваривается на конструкцию. Конструкция, в свою очередь, наваривается на раму. Вот. И мы имеем вот такое вот грозное оружие. Просто мощь.